Островок безопасности. С 20 по 24 февраля в образовательных учреждениях района проходил конкурс творческих работ «Островок безопасности». Цель этого мероприятия – профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. В конкурсе приняло участие 250 ребят из 13 школ и 7 детских садов района. Работы оценивались по трем номинациям – издательский проект, в которые входили сочинения, рассказы, стихи, репортажи, эссе, интервью, обращения к водителям. Макет. Здесь ребята представляли автоматические макеты, изготовленные с использованием вторичных материалов. В номинации «Аппликация» ребята изготавливали творческие работы по правилам дорожного движения с использованием ткани и кожи. Работы участников выставлены в Доме детского творчества. В состав жюри вошли специалисты из учреждений образования и Дарья Краснова, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Курагинский». Проведение подобных конкурсов помогает формировать у детей позитивное отношение к необходимости соблюдения правил дорожного движения. И сегодня в рамках выставки мы предложили школьникам принять участие в необычной акции под названием «Сохрани себе жизнь». Цель данной акции заключается в том, чтобы показать школьникам ценность жизни, которая в любой миг может оборваться, если небезопасно вести себя на дороге. Мы надеемся, что школьники всерьез задумаются о своей безопасности и будут соблюдать правила дорожного движения.